Видать, у него какая-то авария, он не смог кататься и вернулся в Марину. Бедняга. Что-то у него там случилось. Сейчас на берег будет вытаскиваться. Ну, у нас после вчерашней бури все прекрасно. Все очень светло и тепло. Я напрасно надела куртку, конечно. Под впечатлением, так сказать, вчерашних волн. Сегодня практически никаких волн. Ну, по крайней мере, с этой точки, ну, вроде бы и нет ее, да. Так, чуть-чуть. А вот, тут опять поехал. Сейчас мы их отснимем. Здесь они на выходе в открытое море будут проезжать. Пока любуемся солнцем, морем, ликами. Вот он уже подъезжает. Сейчас. Надеюсь, он под берегом не пройдет. А, нет, хорошо. Красиво, да? Не знаю, как называется эта штука. Она без движения, она не может находиться на поверхности, она сразу погружается. Ну и он, соответственно, тоже. Ванны свои принимать. Еще немного простора. Вот они просторы. А вот там на горизонте. Где наш горизонт? А вон он. Точки какие-то собираются. Ну, в общем, где-то так. А он тут все скачет. Ну и как это назвать, я не знаю. Ну, красиво, красиво, ничего не скажешь. Ну, ладно.